Суть этого фестиваля будет заключаться в интернациональности, отметили инициаторы проекта. Детали мероприятия станут известны позже. В Сочи построена уникальная инфраструктура, у нас там замечательный цирк, поэтому не использовать эти возможности было бы глупо, добавил глава Росгосцирка Вадим Гаглоев. Он подчеркнул, что по замыслу этот фестиваль будет отличаться от классических существующих цирковых форумов. И, по его словам, такую идею может осуществить только Росгосцирк. Мастерство российских артистов всегда вызывает большой интерес во всем мире и отмечается наградами самых престижных фестивалей. На сочинский же фестиваль уже приглашены туркменские джигиты и немецко-французский коллектив.